В Ленске начались работы по замене дорожного полотна на центральной улице города. На дорогу вышла специализированная техника. Завод по изготовлению асфальта заработал на полную мощность. Тему продолжит Елена Парыгина. В Ленске знаменательное событие. Начался ремонт, а вернее сказать, началось строительство многострадального дорожного полотна по улице Победы. К работам приступило общество с ограниченной ответственностью «Арман», известное добросовестным отношением к работе. И вот они, первые шаги, распил старого асфальта. Прощайте ямы и ухабы. Правда, в этом году сделана будет не вся Победа, а от Саха-телекома до магазина «Уют». Остальная часть по мере поступления денег. И благодаря мэру города он сумел подписать соглашение, выбить деньги. Сегодня деньги поступили. Просто хотя это очень поздний контракт, понимаю, что погодные факторы... Сегодня мы начинаем пока еще новую работу. За кулисами этого дня остались долгие поиски финансов, переговоры, заключение договоров, объявление тендера, разговоры по поводу тарифов и гадания, кто будет строить. На торгах победила фирма «Арман» и уже начала осваивать 50 миллионов рублей. Торги месяц висели на сайте, но никто же не зашел. Надо было зайти, забрать, если цена такая шоколадная была. Мы свою работу знаем, делаем качественно. Тарифы, которые сегодня смету утверждал, спонсор, да, это «Томстрансгаз», соответственно, их сметчики проверили наши сметы. Битум для нового асфальта заказан и оплачен. Из Ангарска его должны доставить по воде. Но в Усть-Куте Лена обмелела, поэтому уже рассматриваются другие варианты вывоза. Проект строительства дороги включает в себя и дренажные установки, водоотводы. Кстати, полностью проезд по Победе перекрывать на подготовительном этапе не будут. В каждом доме бывают ремонты, их терпят. Дошла очередь и до общего для ленчан дома, города. Зато уже можно с удовольствием повторять. Прощайте ямы и ухабы. Елена Парыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».